Мы продолжаем рассказ о двух новинках компании Irbis в квадроциклах ATV-150U и ATV-200U. При внешней схожести квадроциклов Irbis они значительно различаются, причем не только кубатурой четырехтактных двигателей. У ATV-150U автоматическая трансмиссия, как у скутеров. При этом, в отличие от большинства простых мотовездеходов такого класса, имеется нейтральная передача и задний ход. Они включаются специальным рычагом с правой стороны. Такой состав трансмиссии крайне удачен. Он позволяет маневрировать с помощью мотора, а не толкать машину назад вручную. На модели 150 установлен двигатель 150 кубических сантиметров. Это позволяет развить приличную скорость по бездорожью. Двигатель мощностью 10,2 лошадиные силы оборудован системой принудительного воздушного охлаждения. Она не дает перегреваться при длительных высоких нагрузках и езде с малой скоростью. Для запуска используется электростартер. При этом не требуется ручное включение топливного крана или пускового обогатителя. Все происходит автоматически. Поэтому управление квадроциклом ATV-150U достаточно простое и доступно начинающим водителям. Квадроцикл Irbis ATV-200U оборудован двигателем мотоциклетного типа. В данной модели установлен двигатель 200 кубических сантиметров. Он с ручным сцеплением и механической коробкой передач. У него также не автоматический бензокран, а на руле установлен рычажок пускового обогатителя. То есть для управления этим аппаратом требуются как минимум навыки обращения с мотоциклом или мопедом. Однако все эти особенности в сочетании с повышенной мощностью четырехтактного двигателя 14,3 лошадиные силы позволяют опытному водителю лучше реализовать возможности мотовездехода. Есть и еще особенности. Передача заднего хода встроена в коробку передач. Это упрощает конструкцию за счет отказа от отдельного узла и более сложного привода. К тому же имеется ножной тормоз. Педаль расположена, как на мотоциклах, справа, что в ряде ситуаций имеет свои плюсы и привычнее мотоциклистам. Задние и передние дисковые тормоза дают уверенное торможение на любой дороге. Оба квадроцикла со светотехникой, что позволяет ехать в темное время суток. Однако они не рассчитаны на езду по дорогам общего пользования, только по местности. Но и этого вполне достаточно для выполнения широкого круга работ или получения удовольствия. Данный вид транспорта не требует регистрации в ГАИ. Простые, надежные, недорогие при покупке и в эксплуатации квадроциклы Irbis ATV-150U и ATV-200U станут помощниками на приусадебном участке или в деревне.